Друзья, вы помните свои детские ощущения, когда вы, первый раз занялись или аквариумистикой, или когда кому-то пришли из старших, гости, у которых там стояло несколько аквариумов, либо какие-то другие детские ощущения, возможно, не связанные с аквариумистикой. Вот у меня, по крайней мере, побывав в гостях у Олега Фоменко, вот такое чувство возникло прям сразу со входа, прям сразу, как я только к нему пришел, смотрю, на эти аквариумы, и я понимаю, что это то же самое, что у меня было в детстве, когда я там приходил к каким-то, людям, я у многих был, и у которых там стояли эти аквариумы, и я там терялся прям, меня там нету, на долгие часы, меня вырубало. Вот то же самое я почувствовал здесь. Друзья, я предлагаю вам налить чашечку кофе, либо чая, и насладиться этими минутами такого кайфа, я давно не испытывал. Внимание на экран. Так, что мы вот так вот как-нибудь станем, да? Да. Ой, друзья, не поверите, где я сегодня. Я сегодня у... Как, Олег, правильно-то сказать? Как правильно сказать? Разводчик гуппи, наверное, даже не разводчик, а селекционер. Селекционер, скорее всего, да. У селекционера гуппи Олег Фоменко. И контора называется «Магия гуппи», друзья. Я обязательно прикрепляю ссылочку в описании на канал. У Олега есть свой канал. Есть еще, наверное, что-то есть? Ну, сайтик, группа ВКонтакте, на Фейсбуке, да, везде. Да, в Инстаграме. Можно разные там рыбки посмотреть. Конечно. На моем канале я стараюсь выкладывать рыбу самого высокого качества. Идет жесткий отбор по рыбе, очень жесткий. И по этому каналу можно посмотреть, какого качества данный вид или линия должна быть. Друзья, у Олега здесь вот стоечка такая стоит. Мы сейчас ее с вами детально рассмотрим. Нам чуть-чуть быстро не получится это сделать. Вот, но тут, короче говоря, я в основном там на рыборазводнях, да, бываю, где там разводят тучи-тучи много рыб, да. И там подсматривают технологично, как сделать много там глошек, например. Здесь разводня, она такая другого плана, коллекционная такая, да? Тут компактно в этой разводне 11 видов, и я одновременно успеваю делать 1-2 новых вида. Эта разводня не создана для того, чтобы делать кучу рыб. Она создана для того, чтобы делать новых породы рыб. Да, либо новые держать, линии, да. Закреплять там вот селекцию проводить, улучшать породу, да. Олег, ты меня, пожалуйста, поправляй, потому что я... Давай я буду таким, как будто я вот... Начинающий. Даже не начинающий, гупист. Не гупист, а вот я просто хочу, но я в интернете ищу, не знаю, очень много наших зрителей, они именно такие. Грубо говоря, старайся мне разжевывать, как будто я не гуппист и вообще не аквариумист, я к тебе в гости пришел и увидел такой, я тоже хочу, но чтобы вот меня такое завести и не наделать кучу ошибок, да, чтобы вот у меня завтра это мое начинание не закончилось какой-то печалькой. В таком плане со мной предлагаю разговаривать. Давай начнем с того, что... Что ты держишь, какие у тебя есть основные виды, породы, живородящих рыбок, как ты к этому пришел? Можно даже, наверное, вот с этого. С гуппи представлю. Момент. У нас идет основная ошибка. Гуппи, московская порода гвоздика, да, черноголовка, это не порода, это цветовая линия. На самом деле порода считается по форме хвоста. Там триангель, веер, халфмун, их всего 13 видов. А цветовые формы уже называют по линиям, например, московская гвоздика, ковровая желтая. Я стараюсь... Подожди, то есть форма и есть цвет? Да, да, да. Форма, да. Вот здесь вот эта форма у тебя здесь написана? Вот здесь вот как раз описано, есть цвета. Друзья, специально цвета, вам да, показываю. Да, да. Это у нас цвета или это у нас форма? Нет, это цветовые вариации. Правильно и грамотно называть. Ага.
То есть вот кобра, вот, она да, вот такая. Да, вот смотрите, вот мозаика. Вот у нас тут мозаика. Это леопард. Ну, видно по окрасу хвоста. Это называется окрас хвоста. Это леопард, это мозаика, значит. Мозаика это не гвоздика наша? Нет. Нет. Ну, гвоздика она к ковровой относится. Линия. Ну, может быть, даже и к мозаичной. К мозаичной линии относится. Там еще в зависимости от гвоздику еще как делали, из чего делали. Тут интересная тема. Дело в том, что гвоздика есть с сеткой в хвосте. Вот, кстати, мой самец, самый лучший, считаю, для, как сказать, из моих красавцев. Вот прервемся. Друзья, здесь такой, это как у Рудольфа Вагнера. Помните, мы зашли, и там висит календарик с его дискусами. Здесь, ну, вот такой стеллаж, да, где стеллаж, есть памятки, где есть по названиям, фотографии рыба, своей коллега, рыбы. Да. Кстати, вот увидел в интернете на Фейсбуке вот, это у нас пинку называется. Пинку. И вот хочу вот новую рыбу вот эту сделать. Вот мои тигры. Это вот ротлейсы. Это то, что ты вывел, да? Нет, я, значит, тигры, это тигры не азиатские, это тигры с Краснодара мне человек подарил. И я их просто-напросто начал селекционировать уже где-то 2.5 года, 3 с ними занимаюсь. Улучшаю, работаю с ними. Ну, конечно, работа... Сейчас они вот такие, да? Да, работа не получается всегда гладко. Там что-то лучший производитель погибает, начинаешь все сначала. В основном, даже вот мне интересно сделать свою породу. И, кстати, можем сделать небольшой эксперимент. Я могу рассказать, что такое порода и как ее создать. Вот возьмем, например, лист бумаги А4. Будем считать, что это самка. Основная ошибка людей, которые хотят новую породу создавать или новую линию сделать, и начинают вот с начальных ошибок. Вот смотрите. Самка гуппи – это лист бумаги, а самец – это вот этот фломастер. Когда мы берем два самца, то мы здесь уже ничего… Вот так у нас сейчас получается. Мы здесь уже ничего не получится у нас такое, да? Что-то подобное, но рисунок нечеткий. Поэтому для селекции лучше брать, для выведения новой породы своей, лучше брать одного самца. И рисовать им одним, создавать. Тогда все контуры, точки будут передаваться от него. Потому что есть гуппи? Породу передает в гуппи самец, потому что у него есть X и Y хромосома. Самка несет только часть генов. А именно все гены, полностью весь формат несет самец. И вот когда берешь одного самца, берешь один набор этого маркера и начинаешь его рисовать. Можно брать 3 листа. Ну, лучше я для работы использую 3-4 самки, чтобы немножко, как говорится, имбридингом не заниматься, не увлекаться в имбридинге. Поэтому беру 2-3 самки. Тогда порода не будет долго вырождаться. Имбридинг – это близкородственное? Близкородственное, да. Но есть некоторые, говорят, ну, давайте 2 самца возьмем и начнем делать. Да, это путь, но долгий путь. Потому что в каждом самце, ну, все равно мы же отлично знаем, что, например, два родных брата, у них же дети все одинаковые, все разные. У одного, как говорится, у одного большие, у других это, хотя они родные. Также два самца, они будут давать немного похожих, но все равно разные. А в чем отличается гуппи от другой рыбы? Она должна быть максимально близко одинаковая. Вот, поэтому создавать... Что значит максимально? Ты имеешь в виду про породу? Да, вот про линию, про чистую линию, да, вот если она, например, идет черноголовка, например, ковровая, чтобы точки все были одинаковые. Вот я на своем канале... Я слышал про параметры выставок гупийных, что это 3 самца одинаковых надо представить. А это когда уже у тебя чистая линия, когда она у тебя устоявшаяся, когда ты ее доработал до конца. На европейских там пара представляется, кажется. А на наших было 3. И выиграет именно тот, который представит 3 одинаковых самца, максимально похожих, с хорошим развалом, с правильными формами, с хорошими самками. А сейчас вообще выставки у нас бывают в России? Не, надо сказать, знаешь, неправильный вопрос. А если сейчас гуписты в России, их мы можем пересчитать по пальцам. Их немного осталось. Я могу, вот у нас московские гуппи. Евгений Белов у нас занимается, у нас Анастасия Третьякова занимается еще. В Крыму был у нас Денис Коваль. В России их мало людей, кто занимается профессионально.
И вот, конечно... И выставок, и поэтому... А выставок, ну, вообще нет. Вообще нет, да? Я, да, вот, не все кануло в лето. Не припомню. Да, кто единицы, кто новые породы выводит. Но это кропотливая работа и достаточно такая, ну, как сказать, неприбыльная. А меня увлекло то, что можно сделать самому что-то, закрепить и дальше наслаждаться. Как давно ты этим занимаешься? Ну, первые аквариумы у меня появились... Где-то годика в 3-4. Нет, я имею. Нет, подожди, да, я вот привил, привил любовь к аквариуму, это у меня отец. Я всю жизнь, в детстве, все, как говорится, видел с мальства, чистил аквариум, вот это вот все. Это было, это привито было все. Вот. А вот профессионально у меня где-то в 12 году, я, кстати, увидел, вот можно на стенд. Я увидел вот эту фотографию. Вот эту фотографию увидел. И с него, с нее как раз и началась любовь. Вы посмотрите на корпус, на рисунок узора, это как будто из серебра вырезано. Это просто фантастика. Это чемпион какой-то, да? Да, да, да. Вот, и именно с этой фотографии я начал увлекаться, я зашел на МКАД, потом... МКАД где-то, это, давай, да, московский клуб акварельмистов, так кажется, там что-то я уже забываю. Так, вот, встретился со Сторожевым. Вот как раз про X и Y хромосому мне Виктор Владимирович рассказал. Очень интересный человек вживую. Там он нам Катя строгий такой дядька, а вживую очень интересный. Он так поделился эмоционально, видел его разводню, видел его рыбу. Как раз я тогда мадженту у него приобрел. И вот как раз у меня тогда были первые ошибки. Я собрал коллекцию у всех, проехал всех московских старых разводчиков, собрал коллекцию. Мне еще дедушка говорил один, уже забыл его. Плохо кончишь. Но на самом деле так и это. Я затащил заразу, затащил заразу и положил всю рыбу. И потом начал сначала. Но, понимаете, опыта не было и поделиться некому было. Тогда познакомился с Юрием Движковым. И вот под его началом, под его руководством, он у нас в Молдавии живет, в Бессарабке, под его руководством мы вместе как бы, общались, вместе про селекцию, это, он рыбу присылал мне. И вот с этого и начали. Кстати, магия гуппи, в магии гуппи создавалась, нас было трое, это Юрий Сдвижков, Ольга Гец. Кстати, вот Ольга Гец как раз и логотип разрабатывала, мы ее мы заказывали логотип, она работала по рисунку, как раз дорабатывала. И вот так мы втроем держались. Ну как, все равно, вот он логотип. Да. Ну, логотип это чисто такая, ну, русская как бы матрешка, да, это хохлома, да. Да. Вот. А как по-другому? Красиво, не согласен, мне нравится. Это красиво, на самом деле, мы же все-таки в России живем, поэтому... Слушай, Олег, вопрос такой, я уже тут, ну, давно, как бы, пытаюсь, не пытаюсь, а, как сказать, смелости не наберусь. А сделать клуб «Русские аквариумы» такой, я уже об этом много раз говорил. Ну и у меня в планах-то как бы, собственно, есть проведение выставок. Вот, то есть я же, ну, мы можем же пригласить вас как... А я думаю, много-много на это. Я даже не уверен, то есть какая-то эта выставка будет, например, чисто по гуппи, например, или просто аквариумных рыбок, потому что ты правильно говоришь, у нас сейчас ничего нету. Как упадок. Упадок, да. Что хотя бы что-то выставить такое, знаешь, здесь там гуппи, здесь там золотые какие-то, ну, что-то такое, здесь дискусы там, да, ну, я многих людей знаю, ну, вот так вот хотя бы какую-то выставочку такую для начала организовать. Я сейчас, знаете, еще, Андрей, упадок еще какой идет. Дело в том, что сейчас вот общаюсь со своими коллегами, с друзьями, у всех возникает еще какая проблема. Нам затаскивают в Сазию больную рыбу. И что греха таить, я себе тоже затаскивал. Мы ее не умеем лечить? А мы научились лечить. Мы научились лечить, мы приблизили микроскоп. Да, друзья, тут все серьезно. Познакомились это, значит, Дмитрий Моисеенко у нас в Троицком живет, когда я брокколи брал, и смотрю, приходит аквариумист тоже наш разводчик тоже, селекционер. И смотрю, принес их, это, ретлейсов или там что там было. И он, я к Дмитрию подхожу, а ты мои можешь посмотреть? Легко. И вот познакомимся с ним. Он бесплатно берет рыбу, у него свой зоомагазин. И самое, что интересно, у него везде написано карантин. И когда вот я не раз у него уже был, и внимательно смотрю, когда рыбу приобретаю. Рыба здоровая. И вот его брокколи плавают.
уже где-то сколько, 2 месяца, никаких проблем. Угу. Рыба чистая и здоровая, это для меня очень серьезно. Угу. Дело в том, что когда ты держишь 11 видов гупей, там, из сомов, там, 6-7 видов, и затащив заразу, я буквально ее разнесу за час. Разнесу по всей, ну, то есть ты уже знаешь какие-то основные паразиты? Нет, да? У нас основная ошибка какая? Вот мы сейчас увидели больную рыбу, отсадили все. Не, ребят, надо лечить весь аквариум, это раз. Во-вторых, надо лечить всю разводню, это два. А в-третьих, самое главное, надо лечить не один раз, а надо делать 3 курса лечения. Когда ты ее с цисту... Ну, у нас что? У нас сосальщики. Угу. Колумнарисы всякие эти, сосальщики у нас есть, жаберники, глисты всякие там, все эти нехорошие товарищи. Угу. А они же откладывают цисту. Олег, я же с меркантильным интересом-то, да, вот, грубо говоря, у нас же тоже есть микроскоп, друзья. И к нам, вот, ну, буквально вот тут собирались после Нового года, как бы, ребята приехали, привезли гупешки такие, ну, больные. Мы туда, значит, соскоб сделали. Что-то непонятное там увидели. Ну, грубо говоря, скинуть тебе видео. Олег, ну, посмотри, что там, может, что скажешь, как бы. Так же можно делать? Ну, у нас, конечно, можно. Насколько ты там скажешь? Некогда мне или там... По гупям иногда достаточно просто видео по рыбе прислать. Ага. И в основном у нас одна и та же болезнь гоняет. Там. Ага. Почти одни и те же это. Но, сколько я замечал такую тенденцию, когда первый раз занес свою разводню заразу, с тяжелого состояния. Кстати, я разработал свой собственный курс лечения лекарств, но оно не все берет. Там 5 антибиотиков. Мы же уже отлично знаем, что у нас сейчас с лекарствами проблемы. Что у нас ни сыра, ничего нету такого. Вот. Ты потом... Я поднял рыбу. А у тебя где-то это есть информация? Вообще? Нет, я не записывал для себя. Я для себя держу там потихонечку. То мы между собой, гуписты, мы общаемся. Угу. Я делюсь. Но когда мне... Как сделать так, чтобы мы вот вообще все стали общаться? Я только за. Я увидел, как вы на Новый год гуляли, отдыхали. Думаю, вот настоящая акваримистка. Это просто гуляли, отдыхали. А я имею в виду, ну, такой, знаешь, ну... Года два назад я попробовал... система, которая позволит, ну, вот, я не знаю, общаться там. Я не знаю, ну, где-нибудь там, ВКонтакте, например. Какая-то или куда-то приходит, например, в этот в клуб наш, там, например, какая-то информация. И мы ее распределяем, например, ну, знаем, что ты специалист по губке, например. Тебе Олег, ну, можешь подсказать? Не можешь. Ты там могу, не могу. Где-то я не могу. И что-то так, понимаешь? Или ты, например, тоже скидываешь информацию, кто-то отвечает. У нас есть в Питере девочка, которая занимается серьезно. Ага. Серьезно лечением рыбы. Там вообще умница девчонка. Кто? Так, ссылочку потом. Закрепим ссылочку. Не Катя Отставная? Да. Катя Отставная? Да. Я ее знаю хорошо, ну, она вот, у нас была. Ну, вот. Но на самом деле профессионал. Профессионал. У нее же и лекарства хорошие. Дело я не в данном случае. Не, это не реклама, но можно обратиться и купить, и можно пролечить. Можно. Мы так и сделали с Геннадием, например, мы так и сделали в Салехарде. Она ж туда летала, прямо, я прямо оплачивал. То есть в этом плане проблем нет. Я имею в виду, что мы... Смысл клуба-то в чем? В том, что обычный обыватель, как бы, да, ну да, можем сюда, что обычный обыватель не может себе позволить, там, например, оплатить Катю отставной, понимаешь? Ну, ну, все-таки это человек, который... Есть же обыкновенные параметры, можно делать профилактику. Нет, смысл в том, что у клуба будет какой-то бюджет, понимаешь, который может, ну, как бы, это, какое-то решение продвинуть, там, понимаешь, то есть вот... А, приехали, она место прошла, собрались все, посмотрели либо рыбу. Либо так, либо там, понимаешь, не обязательно же только Катя Отставная, да, у меня есть куча друзей, которые тоже окончили там Тимирязевскую академию, например, тот же самый питерский, который Катя оканчивал. Вот, но у нас здесь можно же обратиться. В Москве Дмитрий Моисенко тоже разбирается. Тоже... Грубо говоря, раз его пригласить, он там приехал, значит, эти папочки там... просмотрел, за это получил один раз, там, ну, денежку там, ну, не 5 раз. Ну, как-то оптимизироваться же можно. Ну да, можно. Вот. Или так, тебя, например. Ну, замучить. Я скромный парень, я занимаюсь селекцией. И, кстати, ребят, вот мне пишут ВКонтакте, да, а продать их. Вот посмотрите, вот здесь давай, я вот... Давай, наконец-то значит, заглянем сюда. Здесь у меня линия Алексея Горькова. И, значит, она пошла на вырождение, сейчас пришлось выливать сюда кровь новую. И вот они где-то, буквально за годик мы их восстановили. Развальчики, посмотрите. Ребят, рыба интересная. Вот. И дело в том, что вот если здесь получается идеально несколько пар идеальной рыбы, то она у меня разлетается по знакомым, по друзьям.
Я цену не деру. То есть, правильно я понимаю, это не коммерция вообще? Вообще не коммерция. Да. Угу. Мне интересно сделать новую линию, создать. Мне интересно, конечно, в массу ее пустить. И чтобы люди наслаждались аквариумом, чтобы она плавала, и чтобы у нее развал был такой, наш российский развал. Хорошо, давай тогда. Вот. Ага. Я не специалист по гуппи. На что смотреть? Вот человек приходит на рынок, видит блестящая гуппи, да? А что? Ну, красиво, красиво. А вот с точки зрения профессионала, значит, какая она должна? На чем мы смотрим? Вот основное какое? Зараза. Смотрим, развита или нет. Так, ладно. Я сейчас не про болячку. А это главное. Болячку. Затащишь заразу. Хорошо, давай все-таки по форма цвет. На чем мы смотрим? Вот нет, что важно? У каждой линии есть свои индивидуальные особенности. Угу. У каждой линии есть, например, свой цвет, свой рисунок, именно точка, чтобы развал все это было. А что такое развал? Ну, развал – это форма хвоста. Угу. Ну, это развал – это наш российский, вот так сказать, лексикон. Имеется в виду, что он вот такой большой такой и спускающийся? Или он раскрытый? Вот он, мальчишка. Ага. Ему буквально месяцев 5. А посмотрите, вот у него хвост ближе к халфмуну. Да вообще, блин, просто такой. Это Алексей Горьковый линия. Кстати, я о ней мечтал, и у него... Лопата такая. Это молодой, а вот он, старый самец, посмотрите, вот чуть постарше. Но вот тут он Артемий не хапанул в детстве, он немножко корпус у него, видите, корпус слабый, ему тяжело таскать такой хвост. Корпус имеется в виду не высокотелый, да? Да, вот они, пошире. Да. Тут видно. Тут иногда бывает, попадает в отпуск или это, и чуть-чуть они, ребятки, Артемий у меня не получили. Ну, самочки какие, молоденькие. Артемий маленьких кормишь или взрослых тоже? Нет, все. У меня все, каждый день получают они по Артемию. Ага. Все-таки я считаю, что... Кстати, Артемий – отличная виагра для самцов. Да? Да. У меня, кстати, был товарищ, обленился, все. Друзья, это не значит, что надо людям ее есть. Хотя, если попробуете, напишите потом. Вот, и, так, кстати, вон можно посмотреть, вот это новая линия, значит, мне с Краснодаре Александр подарил, говорит, возьми, говорит, мальчишку, у меня Подожди, вот ты сейчас как раз делаешь классную штуку рукой, лайфхак, друзья, сразу же от Олега, это жалюзи, вот здесь вот висят жалюзи. Олег, давай сразу, прежде чем, до аквариума дойдем, покажем, что ими можно делать жалюзями. Можно закрыть аквариум, и рыбки не будут, вы не будете мешать рыбкам. Почему мне пришлось поставить жалюзи? Потому что у меня здесь гралюк стоит. Угу. А я еще обратил внимание, сидишь на диване, смотришь, я начинаю зрение садиться, глаза болят, а он слепит. Угу. И поэтому, повесив жалюзи, вот это все сразу проблема. Все, то есть он как бы вот закрывает у вас, получается, саму лампочку. И захотел работать, чистить аквариум, раз поднял. Да, нет, вот мне вот это нравится. Вот реально. Раз опустил все. Классная штука и доступная. Да. Да, они, кстати, не дорогие. Да. На Яндекс.Маркете нашел фирму и там заказал, они прислали с доставкой. Вот. Мне нравится. Я на своей разводне, мне в голове сейчас играет, так же бы сделать. Это как классно же. Вот так придешь к человеку, да, вроде у него стоит там две стоечки всего аквариум, а столько вот наподсматриваешь потом, что классно. Я тоже как раз твой канал полезно. Смотрю, мне интересно, кто что там, где это, кто что придумает. Да. Кстати, как раз сейчас будем это уже потом это, да. Давай заглянем туда. Значит, прислал мне Александр мальчишку одного, и говорит, мне он нравится, говорит, у него был корявый хвост, говорит, сделай из него нормальных.
нормальных это. Но это желтая филигрань. Кстати, сейчас вот... Желтая филигрань. Я называю... Это у нас по-азиатским, это у нас идет змея на коже, там что-то, как они там, лейсами они называются, с Найкин там что-то. Я называю ее по-нашему, по-российски, как вот принято. Желтая филигрань. Вот как на МКАТе было написано. Ну почему мы должны... Вот на самом деле Гуппи, да, миру подарил развалистую рыбу наши разводчики. Угу. Вот я поэтому и стараюсь восстанавливать и сохранять именно, как сказать, и память, и продолжение на наши... Ну, азиатские названия мы все равно должны знать. Ну, это не проблема. Да. Вон у них, знания, вон каталог, все сила. Вот без проблем. Да. Так, а ну-ка, вот. Приехали в Азию такие, хобана, они, и блеснули знания. Есть там... Так. Желтая филигрань. Ребята спрятались. Да. Кстати, я их не кормил. Сейчас попробуем. Друзья, специально... процесс кормления гуппи. Самый процесс. Так. Это корм. Чё? Ну, корм. Тут написано корм. Друзья, да, правило. Корм. Берете корм, короче, и кормите рыбок. Так, у меня тут, ну, как обычно, я заморачиваюсь, тут 5 сортов корма. Просто разные, что ли? Конечно. Ну, по полным компонентам, да. Перемалываю, готовлю все. Кто есть для мальков, есть там для взрослых. Это, ну, все сушка купленная или как? Да, или да, что-то да, свое. Не-не-не. У меня свое, я кормлю фаршами. У меня отдельно идет в день артемия, сушка там с 5 сортов и фарш. И достаточно рыба растет, и это, никаких проблем. Понятно. Но, кстати, я от живых кормов ушел. Вообще. Потому что, ну, хватит уже, как говорится, бегать в аптеке, лечить рыбу, и то, и, как говорится, и партиями сливать в унитаз. На самом... Ты имеешь в виду от живых, выловленных в природе? Да, да, да. А от инкюбированных как бы не ушел? Нет, ну, артемий так мы выводим. Артемий. А гриндаль у меня есть, да. Ну, правда, с гриндалем все как не у меня постоянно мушка бьет. Я никак не натяну сетку, как говорится, на крышку. А так, гриндаль вообще потрясающий. Между прочим, когда кормишь уже где-то двухнедельных, трехнедельных малышей гриндалем, моего мальчишки получаются такие крепкие. Крепкие, очень достаточно корпуса у них мощные выходят. Когда у гуппи самца хороший корпус, и когда у него получается хороший красивый хвост, он его спокойно таскает. А как, не имея, как говорится, ни мышц, ни... Он начинает вот так вот всяко, так да? Так он вертикально становится, ему тяжело. Да, я понял. Вот, сейчас покормим, товарищи вылезут. Тут 2-3 поколения сидят. Кстати, обратите внимание, значит, можно так разводить. Малышей отсюда вытаскиваем, мальчишек потом. Вот смотрите, как... Многолетники они там сидят, да? Как? Ну, стандартно. И тут они рожают. Отсаживаем сюда молодняк. У нас здесь молодняк подписан, кажется. Потом молодняк вот доходит. Мальчишки пошли вниз, вниз пошли, девчонки пошли наверх. Да, все, и не надо 150 аквариумов, все просто. И уже когда уже начинаешь дальше, у меня уже стоят такие серьезные воростники, а потом я оставляю для работы себе там, например, 5-6 самцов, какие самые интересные, значит, у меня же, говорю, разлетаются по друзьям, а все остальные у нас, ну, не знаю, когда, когда или в магазин там уходят за копейки, а когда и... Грубо говоря, и Посейдону там уходим. Дело в том, что я не хочу заполонять ни хорошей, ни качественной рыбы рынок. А тебе не надо это делать? Ну да, за меня уже стараются. Есть там много людей, кто это сделает, так что... Вот она филигрань желтая. Мальчишки, кстати, вот чем эта рыба отличается? Я первый раз, когда их выводил, с чем столкнулся? Я сам их практически выкинул всех. Думал, это брак, опыта не было. А самки, обратите внимание, они где-то до 5 месяцев, и самцы, они бесцветные. И ты думаешь, это брак, а на самом деле она вот уже почти год ей, да? И только она сейчас проявляет свои рисунки, да? Вот они, рисунок, вот оно. И где тут? Ничего нету. А молодая она вообще бесцветная. Красоточка. Ну, прям беременная красоточка. А вот самца, он, да. Вот да, он. Да. Ну это молоденький мальчишка. Хороший. Кстати, они растут очень-очень долго. Хвосты набирают. Это еще не полностью. Ну, сам корпус тоже здоровый такой. Ну, рисунок. Я имею в виду. Нет, чем... по размеру сам больше, чем. Мне чем нравится вот этот именно тонкая мелкая сеточка. Рисуночек должен четкий быть. Аккуратненький, все как положено.
Я жду, когда при разведении своих линий, я обращаю внимание, что ну, мы же все-таки художники. И рисунок должен быть правильный, должна быть точечка к точечке, все как положено. Они, как говорится, вот чем отличается, вот скажи мне, пожалуйста, Андрей, чем отличается гуппи от другой рыбы? Ну, она вариативная. Ну, как золотая, например. Сейчас, вариативная рыбка. Сейчас я объясню. Вот человек, когда впервые видит гуппи, он зашел, увидел и просто поразился от краски. Ну, я и она, говорю, она сразу много, за она за да, да, вариативная рыбка. Она запомнилась и все, и врезала. Вот этим она и должна брать. Он говорит, а как линию новую, каких выбрать? Одному синее зацепило, другого красное там, да, и так далее. Есть люди, которые, например, видят, как вот я вот из этого сделаю породу, линию начинают разводить, а на него глянешь. Раз глянешь, второй раз глянешь, ну толку нету от него, ну некрасивый он. Ну да, но то, что он свое, да, это греет сердце на самом деле. А вообще гуппи должны быть так, с первого взгляда раз, и он урезался и запомнил все. И ты под впечатлением, вот почему вот этот вот у нас пинку, обратите внимание, вот этот желтый, он классный. Классный, он яркий. Не только желтый, тут еще голубая синий, трава, классный, да. Вот, кстати, мой желтый, желтый самец. Вот это, да? Да, ну тоже потрясающий мальчишка. Угу. Сидят там тоже в углу. Да. Вот. И вот он должен прямо вот своей красотой забить с первых же секунд. И вот тогда он в аквариуме плавает, он просто это глаз не оторвать. Угу. Кстати, недавно, недавно приобрел себе брокколи. Вот, ну что-то такая была давно мечта. Угу. Я пару лет. Ну, была возможность, приобрел. Вон они дали. Вот они плавают. Довольно рыба, конечно, привозная, рыба капризная. Ну, она так здоровая плавает, но ее еще надо развести. Вон мальчишки, ну, у меня сомики тут плавают, малыши. Да. Сами, кстати, сами разводятся. Никто тут Порики. С ними. Да, сами, не, я тут с ними не ношусь, мне никогда с ними там. Угу. Они у меня тут сами разводятся, а тут их толпа. Вуалевые, так. А мы сейчас мы их попросим выйти. Вон они, малыши. Я вижу, да. Ну, конечно, в таких зарослях тут разводиться. Так, ну у меня тут мечики были, и сам они малышам. Вот, говорит, посмотри, чем вот самец. Посмотри, обрати внимание на форму хвоста. Вот он молоденький, все. Ну, там потрясающий, конечно. Видишь, у него хвостище прям. Он молоденький, но он уже с хорошим хвостом. Так, кстати, а самочки? Самочки старые уже, конечно. Ну, самочки, вон и хвосты, все. Обновлять кровь надо, они сейчас молодежь подрастает. Так, а вот обрати внимание вот на этого товарища. Интересно, ты их на фоне сачков тут. Ага. А, убежал? Убежал, да. Так. Ну вон они, у него мелкая-мелкая точка, он как павлин. Как он, сзади который? Да, вот, да, вот да. Вот тот? Да. Вот этот вот? Ну не, этот куцый тут у меня. Ну куцый, да. Вот, вот этот вот. Да, не уже? Да, да, да. Вот он. Но это тоже у нас сейчас немножко это. Красавчик. Пашка у меня скаканула, погорели у меня плавнички. Не это, сколько? 2-3 недели. А нет. Что значит скаканула Пашка? Кислая, ну, стала? Я же это, как его... Губки не любят? Нет, там вообще, во-первых, когда долго не меняешь воду, ага. Там же бактериальный фон поднимается, а этим бактериям жрать что-то надо. А тут на тебе, пожалуйста, вот он, хвост красавец. Ну, а не давай доедать то, что есть. Угу. Поэтому все-таки подмена это очень-очень... 15% подмены, и еженедельно это прям вот, как сказать, это вот 100%. Как это водоподготовка тут? А, ну, кстати, водоподготовка. У меня здесь было 7 или 8 видов креветок, причем очень интересных. Были файеры, я с Украины, ребята мне присылали. И так, очень много файеров было. И когда ковид начался, я обратил внимание, ну, у меня было, вот в этом аквариуме, сотни две было оранжевых креветки. Ага. И что-то, в один момент я обратил внимание, что у меня вместо 200 штук осталось 7-8. Думаю, как так? И причем это мгновенно, быстро произошло. Тут в суете, в движении никогда не, как я не обратил внимания, в суете вот этой там дела все-таки. Это, ну и да, да. Как да, все это да, быстро, раз и бывает, все. Бывает всяко. Я такой думаю, надо проверять воду. Проверяю, блин, да вроде нормально. Но не может быть, а креветки первый показатель. И я же сижу, думаю, а что делать? Что сделать, как подготовить воду? Когда ты меняешь воду еженедельно, осмос брать? Это опять мембраны, это все дела, уже, как говорится, мы уже это проходили, нам это уже надоело. Угу. А что придумать? Думаю, надо что-то такое, чтобы уголь брать. Уголь не подходит. Он там что-то с водой делает, он или жестче воду делает, но он не подходит совершенно. Я сидел, думал, а что такое? Что можно взять, чтобы вот прям вот буквально 3 копейки стоило, а фиг просто бомба.
Угу. Сижу. Торф? Торф. Правильно. Догадался я даже. Торф. Обыкновенный торф. Он стоит 3 копейки. 270 рублей. Сейчас я его покажу. Ага. Так, сейчас мы 270. Ну, кстати, да, это блогерские там темы. Кстати, это интересная тема и для хороцинщиков. Да. Там вода, каш после 2 часов. С 8 падает до 4. Кашка, она куда высаждает? Не знаю, ну каш. Вот у меня формула. Ага. Вот у меня PH падает до 5, KH 5, GH 7 с 12 за 2 часа. Короче, у тебя просто помпа перекачивает, ну как типа фильтрик там, обычный. Там внутри обыкновенный контейнер, кость. Прорезанные щели, угу. Стоит помпа. А как торт мы взяли? Надо его просто обыкновенные женские колготки. Угу. Мы его загоняем туда. Угу. Там внизу, кстати, он тяжелым всплывает. Его угу. Надо кипятком все-таки разбавлять его, угу. Промывать немножко вначале. И значит, хрен знает, насколько его хватает. Нет. Я тут делал тесты, и мне вот грамм, сколько там, ну грамм 300-400 этого торфа, ага, хватает на 3 залива. Ага. У меня залив 70 литров. Значит, получается, у меня третья, значит, суточная водоподготовка, она первые 2 часа идет, вторую, угу, там, например, часов в 12 подготовка, угу, идет, а третья уже сутки. И, кстати, вот сейчас можем даже приэкспериментировать, залить воду с крана, рыба будет наверху вся. Заливаешь, вот хоть всю меняй, рыба будет идеально себя чувствовать. Угу. Вот. А он меняет это сам, PH-ку самого опускает? Нет? Ну, он в конце все-таки выравнивает более-менее. А так PH-ку он роняет, ну я же говорю, вот она. Ага. Вот она, смотри, через 2 часа PH 5. Нифига себе. KH 5. А вот через сутки PH 7,6, ага, GH 8. Он возвращает. Ну так можно за 2 часа подготовить идеальную воду. За 2 часа, ага, у тебя вода готовая. Которая, ну, грубо говоря, это вода старого аквариума. Правильно, ага, же получается? Ну, да, торф это же старый. Да, да, да. Старый, как бы. И, кстати, можно даже просто вот. Что он там? Она вот берешь с крана, просто, ну, пригубляешь, просто смотришь. Ага. И через 2 часа ее. Блин, вот акваминерали или есть там что-то, один в один, она очень мягкая, она вкусная. И, кстати, растения растут, но она же немножко, конечно, закисляет тоже, правильно? Торф закисляет. Ну, я сильно тут не извращаюсь, поэтому растения у меня тут эхинодорус, это бусики. Кстати, ну, красиво. Травники у меня по едаковской системе. Да, это вот тут на земле 5, где-то 4-5 сортов земли. Угу. И грунт. Они внизу под это. Да, да, вот, да. А да. Это кто? Ну, это досыпал. Это голландский грунт. Кстати, у меня соил очень... какой-то, да? Ну, питательный. Искусственный? Ну как, нет, нейтральный, я имею в виду. А, нейтральный, да, тут ничего нет. Типа нашего пропанта, ну, да, и внизу не, земля. Не-не-не, я на пропанте на флоротоне работал, с флоротоном. Этот получше. Ага. В нем буцика, вот, буцик запихал в него, он прет в нем. Ага. И не надо никуда привязывать, ничего, он все в нем растет. Дело в том, что к нему надо привыкнуть. Он немножко легкий, и тут надо как-то аккуратнее. И, кстати, я что обратил внимание, я сделал, вначале здесь было 3 сантиметра, сантиметр земли, и 3 сантиметра было всего это. Ну, тут я подсыпал. Да, ты, ну, видно. Да, вот, подсыпал, да. И, кстати, это. Аквариум шел. Как начинаешь его больше делать, хуже он идет. Ага. Все-таки 3-4 сантиметра идет грунта голландского и сантиметр земли. Угу. А земля у меня что? У меня идет из-под деревьев, я из-под липы беру. Потом часть под липы, глина, песок. Угу. Торф обязательно. Обязательно торф добавляю. И еще немножко добавляю этот, как назвать, вермикомпост или что-то. Ну, переработка калифорнийского червя. Угу. Но там с ним надо аккуратно. Если его передозировать, то сейчас все полезет сразу. Угу. И запуская аквариум, конечно, я там по-другому. Он у меня, грунт посадили, все поставили, ничего не сажаем. Он у меня неделю-полторы стоит просто с грунтом. Я потом это все сливаю, угу, высаживаю. Высаживаю, все это приживается, а потом только рыбу запускаю. И никаких косяков, никаких проблем. Угу. Все это растет, и это вот... Ну, это мы уже второй год. Друзья, давайте он насладимся этим аквариумом.
Ну, вот используя торф, можно за 3 копейки, буквально за 2 часа приготовить идеальную воду. Надо, например, хароцинку поставить, пожалуйста. Mm-hmm. Надо, например, привез новую рыбу, сажать некуда. 2 часа, у тебя идеальная вода. Угу. Не надо ни аквасейф и никакие дела. Все, вода стерильная, четко чистая. Угу, угу. Вот рыба плавает, все. То есть такой природный окислитель, да? Да, там? Да. Но, кстати, я после вот этого залез в интернет и читаю научную статью, что торф вытаскивает все тяжелые металлы, он потрясающий абсорбент. Угу. Он все вытягивает. Но есть один недостаток. Он по сравнению с активированным углем, он неудобен. Поэтому приходится в колготке, и он неудобен, и он на себе уголь больше проходит через него объем, это тут нету. Тут у нас все-таки нет, приходится каждую, например, четвертую уже заправку, уже надо, как говорится, загружать. Ну, в итоге мешок 270 рублей. Ну да, повозишься. Зато я не заморачиваюсь. У меня вода всегда 100% чистая. Ну, либо делать огромный как бы объем сразу разом. И все, да, да. Помпа обыкновенная, трехкопеечная. Угу. Контейнер там за 100 рублей, грубо говоря, болгарочкой порезали там, полосочки сделали, и все, и она все четко. Друзья, ну это не значит, что надо сейчас все бросать и безумно бежать, как бы сразу там торфа насыпать. Ну, каждый выбирает свое. Нет, ну кто-то на осмосе сидит. Как это называется-то? Принцип разумной достаточности должен присутствовать. Ну вот так вот. А теперь Артемий. Давайте про Артемия поговорим. Да. Значит, вот рыбу кормим в Артемии. Вот у меня такой, друзья, значит, давайте инкубатор. Разглядим. Смотрите, как инкубатор он выглядит. Сделаны. То есть это бутылки. Бутылки там Coca-Cola. Двухлитровые. Там, значит, акваминерали, что ли, тут у нас. Угу. Вот двухлитровые. Но нюанс тут очень интересный. Нюанс в стакане. Дело в том, что я пробовал выводить с крышечкой. Угу. С крышечкой. Эффект хуже. Угу. Эффект хуже. Я взял из, значит, теста воды Нилпа, взял стаканчик, одеваем его сюда, и все, загружаем. И, кстати, рецепт простой. Бутылка 2 литра, 2 чайные ложки соли, 2 колпачка или 2 чайные ложки перекиси и 2 чайные ложки Артемии. И, пожалуйста, вот он. И 2 дня выводим, 2 дня. И вот у нас получается так. Используем для работы трубки, чтобы не забивались камни, обыкновенные друзья, трубки. Друзья, вообще без распылителя, смотрите. Просто раз, они работают, все. Кстати, трубки бегал, искал. То есть вот эта штука для того, чтобы, ну, посильнее разогнать, что ли, поток, да? То есть с крышечкой как бы так не получается. Не совсем сверху получается. Крышка – это сотка канализации. Ну да, это как канышка, сотка, так. Полипропилен. Ну что тут еще интересного? Сейчас давайте посмотрим. Отключим? Ага. Отключим. И посмотрим где-то минут через 10, что у нас получилось. Да, давай вот этот аквариум посмотрим, у тебя очень так, красивый. Ну это нижний, так, здесь, значит, после брокколи я решил собрать, ну, блин, мы аквариумисты, народ увлекающийся, правильно? Если что-то там ударился, ага, давай, ну, что-то сегодня интересное соберем. Брокколи, вот, собрали верхние, получили маля, кстати, самка одна рожала, остальные что-то, вот они, плавают, барышни. И мальчишки, ну, такие. Старенькая. Нет, уже. Это пенсионерка, да. Погнула уже. Уже все. Старушка. Не, ну палочку мы, ей не, надо. Мы их не выбрасываем. Ну, понятное дело. Заслуженно, да, достойно. Да. Артемий каждый день пенсия получает. 60, все, да? Все, да, все как положено. Тут 60, да, не 65. Да. Значит, тут собрал интересную мечей. Так, опустим немножко. Вот. Ага. Опустим свет. Мечи. У меня здесь черные мечи. А вот, посмотри, какие красавцы. Ага. Мальчишки, вообще интересно. Вот он. Вот он. Смотри, какой. Ага. Форма тела у него там. Вау, вот он. Вообще, ну это очень-очень интересно. Так, вот они еще черные. Угу. Ну, у меня тут вилка. Вилка, флаговый один товарищ бегает. Ну и гупи какой. Вот. Красный. Посмотри, он весь одноколерный такой, кроме вот грудки. Ну да, мальчишка тут такой приличный. Кстати, а тут здесь альфа. Здесь альфа у меня. Мечки альфа. А что значит альфа? Ну, видишь, они. Смотри, тут интересно. Они черные, матовые, да? Ага. С красными плавниками. Так. Это называется альфа мечи. Ага. Ну, так называется линия, цветовая вариация. Ага. А здесь у нас. Здесь они с блестящим, видишь? Угу. Это ну, вот в Советском Союзе были вот такие. Ну, вот это гавайские. Вот. Гавайские. Таких вот я не припомню. Ну, это у нас Сторожев разводил. Сейчас вот сейчас разводит у нас Терра 130. Александр у нас.
Александр, ну, ник у него в интернете ТР-130. Блин, вот. Короче, полтора человека, короче, их разводят. Да, ну, не, у нас в Москве есть ребята, разводят. Ну, я все равно это полтора, я так называю, полтора человека, так. Да, вот, все. По пальцам пересчитать. Так, сейчас вспомним. Слушай, ага. ну, суть важна. И давай, смотри. А вон там есть очень интересная вещь. Не-не-не, справа в аквариум. Посмотри, вот тут эксклюзив. Этом? Да, тут эксклюзивчик. Вот черногубые, вот, нет, это у нас от Карена, у нас, я у Карена брал, это у нас велифера, да, велифера. Ага. Так, а это черногубые меченосцы, тигровые. Ты посмотри, какой окрас сидит. Да, вообще, и форма тела у самки, вот у этой, вот вообще просто. У них форма как у карпа. Форма тела, цвет, он черный идет, он покровный, надпокровный, значит. Вот самечка. Ну тут надо то. Так, вот он другой меченосец. Вот он другой. Тоже тигровый, но с другим форматом. А это порода или это пробросы какие-то? А? Нет, это уже идет как порода. Порода уже идет. Да, да. Ага. А ведь здесь же и гупики какие-то тоже плавают в этих баночках. В каких? Ну там мальчишники. Вот эти внизу, это все мальчишки? Нет, это драконы, это московские драконы. Где вот они? Вот эти здесь. Но это молодежь, московские драконы. Вот он, самочки, посмотри, какие цвета. А почему московский дракон? Кто-то из москвичей вывел или просто порода так называется? Не, ну, это моя работа. А, твоя работа? Ну, да. А то есть ты вывел, ты как хочешь так называешь, да? Нет, смотри, ну, получается как, здесь в Москве вывели. Ага. Ну, драконы тут я несколько линий применял, да, и, как говорится, собирал их. Это вот этот, да? Ну, тут да. Но это мальчишки молоденькие совершенно. Угу. Тут есть постарше. Они только окрашиваются. Вон они. Вон они, ребята. Там рисунок. Да. Их две линии. Значит, от Звежкова привозили дракона, они немножко ближе к халфмунам, да, хвосты. И они, значит, у нас есть Анастасия Третьякова, разводят их. Угу. А потом вот эту линию уже. Эту линию уже я, как говорится, дорабатываю. Халфмун хвост это круглый, ну, да? Да, вот да, такой? Да. Ну полумесяц. Ага. А тут нет. Тут он ближе к верному идет. Тут или старый пенсионер, или молодежь. Ну вот тут одна-то вот пенсионерка вот. Наверное. Самочка? Да. Да. Ну так они он гоет, как горбится к старости уже. Ага. Так. А есть такие прям вот молоденькие вот тут вот такая. Товарищи, ух. Давай, греби. Нет, кстати, он с возрастом, видишь, он немножко выцветает. Да. Он тут помоложе, более ярче. Вот смотри, вот он ярче, да? Более цвета. Ну, в принципе, мы, да и люди также в жизни. Молодые мы все, пышем здоровьем. И самочки прям вот этого прям с хвостиком, с таким, с очень красивым. Так. Так, ну интересно, они прям тут, друзья, так оформлены, эти аквариумы. Давайте по гупешкам пройдемся. Прям зелененькие. Кстати, вот тут желтая кобра, то есть желтая филигрань идет там. Так, желтая где? Филигрань. Вот он, мальчишка старый. Вот он. Вот он. Так, а вот он, молодежь. Вот они, мальчик. Вот прям они. Блестят аж. Я не показывал это. Мало кто это видел. А что ты играет? А мы сейчас еще на большую камеру их снимем, друзья. Мало кто видел, и так. Покажем. Тут у меня внизу у нас. Мальчишки. Друзья, ну вы поняли, да, если приходите, например, на рынок, видите кобру, говорите, так, это филигрань, и вы как бы. А чем отличается кобра от филиграни? Ну, филигрань это узор, правильно? Ага. А кобра там, значит, на. Так, у меня нету даже показать. Вот она, посмотри, здесь. Я к тому, чтобы, так сказать, блеснуть своими, так сказать, знаниями. Вот кобра пришел. У нас поперечная полоска в предхвосте. Вот это кобра. Ага. А филигрань, вот она. Это точечки. А вот, ну вот они ее редлейсами называют, а вот она филигрань, это узор. Ну что, в переводе же узор. Но здесь филигрань. Же тоже полосочки, или мы смотрим на тело. Это узор, идет узор. А у кобры поперечные полоски. Сейчас посмотрим, где здесь в каталоге, может быть, есть кобра. А у нас каталоги здесь. Ну вот примерно, вот они, вот. А, ну это Galaxy. Это Galaxy, это немножко другая. Вот она чуть-чуть кобровость есть там у нее поперечная. Ну, короче, если что, можно это.
Так, давайте еще тут... А, кстати, тут очень интересно, у меня пара плавает. Интересно, друзья, вот просто садочки из магазина. О, а это такие фильтры маленькие? Да, да. А где ты такие взял? А вон они на птичке. Можно я так вот, ну, просто вытащу? Да, вот. Ой, блин. Кстати, сейчас, тут, сейчас. Это прям помпа. Помпа, да. Маленькая. А ее не замучишься мыть? Она, наверное, быстро забивается. Аквариумистика, это, конечно, такая хлопотная занятие. Кстати, вот посмотри. Вот у меня здесь. Ага. Наша московская гвоздика. А что они отдельно сидят? Их тебе нужно как бы малька. Малька получить. Я их две пары привез. Я сейчас расскажу, как она появилась у меня. Ага. Значит, я же рассказывал, как я начинал заниматься рыбой, ага, гупями. Привил любовь отец мне и брату. И, ну, отец продолжает держать. Ну так, потихонечку, в одном аквариуме. Вот он мне попросил привезти ему каких-нибудь красивую линию, какую-нибудь породу. Ну, привез. Все, он там возился, занимался, там что-то у него выживало, что-то погибало. Он там потихонечку воду менял, держит. Ага, и они живут, рядом брат живет. И брат тоже попросил. Ну, брату я привез других. Ну, правда, попозже. И, значит, а отцу что-то захотелось что-то нового. Он взял по-тихому, пока брат не видел. Оттуда несколько самцов и к себе в аквариум. Ну, проходит время, я как-то, ну, занимаются там, я что, они же не селекционеры, как говорится, они просто для себя держат и держат, а что там нового. Вот, проходит где-то месяца 8-9, я говорю, пап, а покажи, что там у тебя плавает, болеет, не болеет, я говорю, давай посмотрим, видео мне скинь. Не часто приходится к родителям, не часто получается к родителям приезжать. Конечно, хочется чаще, но они у меня под Волгоградом живут, поэтому, ну, раз в полгода стараюсь приехать, проведать, значит... Он мне скидывает видео, а там московская гвоздика. Угу. Тут люди потеряли, ищут, и я тут ищу где-то что-то как-то сделать ее заново. Он выщипал, а тут, да? А тут просто, батя, раз, и вот на тебе, пожалуйста, московская гвоздика. И не надо голову ломать. Вот я в него на Новый год был, две пары привез, да, две пары. Заметно выловил, да? Да, ну сам, он говорит, у меня самых интересных. Ну правильно, самых интересных. А, да, я понял. Вот, и вот так вот, короче, сейчас постараемся от них что-то получить. Ага. И попробуем закрепить, и дальше пойдем работать с ним, с этим. Ну супер, вообще красота. Так, ну там... Там есть у нас еще интересный. Там есть, у меня... Я, как обычно, в год делаю 2-3 новые линии. Угу. А, говорит, а как ты сидишь? Да, как вот как тебе не надоедает это все дело? Да ты же потихонечку сначала одно делаешь, второе, и оно все по накатанной идет. Угу. Для того, чтобы вот для меня, чтобы сделать новую какую-то цветовую вариацию, да, для меня не нужно 150 аквариумов. Я работаю, как я же говорил, я работаю с одним самцом, да, например, и начинаю работать, и я уже с... А, вот. Кто хочет делать новую линию, да, новую, как говорится, свою породу или селекционировать, основные критерии – это самки. Очень тут селекционер чем отличается от вот, простого? Внимательности, знания генетики и в большей степени… Ну, то есть вот эти ну, у нас, законы Менделя для тебя… Ну, обрати бы, внимание, ну, раньше те, которые у нас занимались… 60-е годы. Кто там знал еще вот эти, как говорится? Користы-то эти были написаны в книжечках аквариумных. Ну, кресты, да, но они же путем методом, как говорится, тыка потихонечку нарабатывали опыт, правильно? И, как говорится, потом уже вся вот эта школа, вся система пошла. Кстати, вот. Я первый раз-то, когда увидел это, долго-долго смотрел, ничего не понял. Потом ну, раз пять еще ничего там, не знаешь, понял. Я потом уже стал общаться с кем-то. Секрет расскажу, что не все до конца. У нас единственный человек в стране, ну, это после Виктора Владимировича, конечно, после Сторожева, единственный человек, который может вот так вот на пальцах, кстати, я ему тоже с ним вот советуюсь, на пальцах сказать, как, что и как делать. Я его видел работу. Это у нас Алексей Горьков. Он настолько эту рыбу видит. Я его, как говорится, почему я не он и взял у него. Он рыбу делает любого цвета, любой формы. Он когда раздавал свою, вот он раздал, сейчас, не знаю, держит, не держит. Так вот с ним общаемся, поддерживаем, как говорится, общение. Он здесь тоже, в Москве. Ну, как последний раз с ним разговаривали, он там несколько аквариумов держит, так для души его, как говорится, нет возможности у него. Вот. И недавно с ним общались,
вот чисто, ну, кому ты обратишься? Уже к специалисту, чтобы не возиться там год, например, да, вот с лишнего идти, например, по пути, по которому ты пройдешь, и толку не будет. Значит, у меня вот этих самцов красных показывал, я их нашел на птичке. Внизу он тебя. Да, вот эти мальчишки, вот эти мальчишки, значит, на птичке были, два мальчишки продавались. Вот. А так как у меня много видов, это как маркеры. Как фломастеры. Я могу любой цвет взять и сделать новую, как говорится, новую линию. У меня были самки неонов, были самки канады есть, самки тукседа. Вот теоретически, кого подсадить под этих самцов, чтобы получить красных сразу? Ну, самка что у нас? Вот смотри, у нас самка неона есть. Форму отвечает? Нет, ну самка за форму. Она самка, ну якобы, но это не за форму хвоста она отвечает. Да? Если у нас вот с Ёлкиным мы разговаривали, и вот он очень, я когда в телефонном разговоре, вот у нас сейчас Анастасия Третьякова на птичке сегодня встретилась, у них легендарная встреча была у нас. Ёлкин, уважаемый дядя, конечно, такого человека, тут такая легенда, 80 лет, а он продолжает заниматься, это просто потрясающе. Тут старая школа, вот такие, которые вот, ух, вот. Блин, сбился, о чем? О форме. Самка, вот. Значит. Он говорит, Олег, я говорю, расскажите, какие секреты для нас, для купистов, какие основные секреты? Вот он говорит, Олег, возьми самое главное для самца недостаток, это серый цвет. Цвет выгоревшей майки или что-то, ну, выгоревшей краски. Для самца форма хвоста не так страшна. Он говорит, для самца нужна яркость. Я обратил внимание, когда мне По-моему, Сторожев об этом писал, вот этот. Самец передает сочность цвета, а самка передает форму. Но тут на данный момент, смотри, у меня есть самка канады, самка, например, тукседа и самка неона. Но если посадить на канаду красных, ничего хорошего там не получится. Тут уже интуитивно понимаешь, что тут цвет. Сейчас вылезет всякие пятна, все, тут цвет не пойдет. А вот синий на красный, доминант какой у нас? Я красный. Скажу, красный. Красный подобьет. Но в первом выводке... И колер у него тоже ровный, без пятнышек, да, получается? А вот я же говорю, почему самки. Вот смотрите, когда выводишь новую линию, и у тебя сплошной самец, я имею в виду сплошная окраска, и ты берешь самку с рисунком, все. Это как точки на белом листе бумаги. Ты никогда потом это не уберешь. Поэтому, если выводим новую сплошную, надо самок брать без рисунка. Да. Потому что ген, вот эти точные пятки, точечки, все эти дела, этот ген настолько, вот этот маркер, настолько он, как говорится, такой въедливый, что его потом вытащить очень тяжело. У меня по филигране, если у меня до этого линия была, там у меня в предхвосте, там же на видео есть на канале, в предхвосте там бабочка, так он у него там и дети все с этой бабочкой передаются. Вот. А я, кстати, я их заново... Все ляликовы на одно лицо. Да. Вот. Вот поэтому с Алексеем поговорили. Он, как говорится, подтвердил, да, говорит, сажай неонов. И там будет в первом поколении, говорит, он получится все красные. Говорит, во втором уже, как говорится, пойдет расщепление. Смотри, у тебя тут этот велифер сидит снизу. А он? Самочек такой вообще красивый. А сверху, да, сверху две самки, да, так я понимаю? Две самки, да, в отсаднике. В отсаднички. Ну ты их уже с пузатенькие, ты их раз туда, да? Они уже малечки, смотри, вот мальчики. Нет, это мечики кинули. Мечики? Мечики. А, вот они что, они гоняют. Они за стенкой, да. Кстати. Ну надо же показать, что тут такое. Что за сетка, друзья.
А вот, смотри, обыкновенный контейнер. Ага. У нас там в Ашане в Леруа за 50 рублей. Да, да, да. Берем сетку, она идеально подходит. Вырезаем, ага. Вырезаем, вставляем, на силикон сажаем, вот, пожалуйста, на. Ага. Вот все. А там сверху обыкновенный с полипропилена. Ну, мы ту сетку убираем, которая там вот такая. Ну, да, не, ну это да. Ну, это вторая-то, которая такая. Ну, тут самое главное, что? Тут самое главное, что в объем, ага. им плавать здесь очень удобно. Кстати, вот эти контейнеры, я пробовал малька выращивать в разных контейнерах. Ага. Там большие, 10-литровые и все. Вот этот, вот он, реклама пойдет. 5 литров, да? Реклама ящика. Вот этот контейнер, почему-то малек здесь, ну, это почему-то я сейчас объясню. Малек в нем растет по-бешеному. А почему? Стоп, воды. Ага. Кислорода здесь больше. Ага. А когда еще помпочку подкидываешь, там вообще получается, он, ага, растет быстро. Когда ты сажаешь большой контейнер, ну, думаешь, а, сейчас ему надо квартиру тут трехкомнатную поставить. Они... Когда сажаешь малька... Большой контейнер, он за этой Артемией через 3 квартала догоняет этому лову. А тут все рядом. Угу. Они едят, самое главное, что? Подмена воды. Я с тобой согласен насчет высоты. Я вообще балдю. У дяди Яши есть старые, как бы, аквариумы. Вот, аквариумы. У нас есть один аквариум. Да, вот такие вот. И в них рыба лучше растет. А у нас один аквариум вот такой есть. Вот такой. Вот у такой меня высоты. В таком и креветок было. Ну, он полно. Такой метр там 30. На 60, короче, такое корыто огромное. Угу. Дядя, я что, дороголистника свет сделал? Да, 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 да. Так вот, один и тот же помет малька меченоса там сидит и сидит в обычном там, ну, типа, ага, таком вот, ну, такой, литров там 150 аквариум, высокий. Так он его обгоняет в росте. А живородка где у нас? Это заметно, друзья. На мелководье же у нас растет. Ну, да, да, и это природа. Там насыщение кислорода все. Согласен. Кстати, я раньше разводил вот в таких аквариумах, достаточно удобно. Туда, значит, роголистника сажал, mm-hmm. Роголистника прям полно было. А это что за стекло вообще? Четверка. Это четверка? Это четверка, вот. Ну, какое это четверка? Четверка, ну, хочешь сказать пятерка. Вот это вот, тройка или двойка? Не, это четверка. Да нет, ну, это тройка или двойка, друзья. Вот. И стоит, держит. Сажаешь тут самки, ага. Ну, голову. Было 40-50, я сейчас немножко отошел, ага, от этого. 40-50 самок. И тут и сюда подсаживаешь лучших идеальных самцов. Ага. Когда молодежь, прям тут, когда роголистника много, ага, молодежь прям тут растет. Каждый день Артемию даешь, молодежь тут растет. Но самцов отсюда я молодых убираю вниз, ага, высаживаю вниз. А отсюда потом самых идеальных назад. Ага. И получается у меня где-то 10-15 самцов здесь лучших сидят. И они, получается, породы. Она не вырождается. Самок тут много. Угу. Ну, самок, конечно, там убираешь там по развалам хвоста, там по цвету, по форме. Угу. Все. И, блин, и ничего не надо больше. Ну, мы еще точно заметили, что если роголистник присутствует... Ну, там фосфаты все убирает. Нет. Он химию все убирает. Да, я не, даже не в этом смысле. Вот дядя Яша у меня говорит, у него такое предположение, что там все-таки между вот этими роголистниками как бы живут разные там инфузорики, там коловратки. И гупики, короче, их кушают, и быстрее, короче, едят. И креветки, вот, фаеры у меня отлично. Да? Я, кстати, тут большая коллекция была фаеров. Ну, ты уже буквально говорил, недели, да. Месяца полтора назад я с реаниматологом пролечил и все, и сказал всем до свидания. Угу. Было обидно, но, ну, а что же делаешь? Тут, угу, или выбирать, или креветки, или здоровая рыба. Угу. Вот и все. Я понял. Ну, печалька бывает всегда. А, кстати, обрати внимание, у меня везде грунт. Везде грунт. Да. Голландец, он пористый, и в нем бактерия хорошо живет. Там, ну, биобаланс, как фильтр, как он бы, тоже, да. Я в основном применяю простые помпы. Угу. Барбосовские простые, мне самое главное течение. Она течение создается, и вот эта бактерия уже там есть чем-то поесть, перекусить что-то, и все, вода, угу, чистая, угу, постоянно. Угу. Вот. И я обратил внимание, когда... меняешь воду чаще, угу, ну, прям 10-15%, как раз 2 дня малек растет как сумасшедший. Просто как сумасшедший. И развалы от этого, знаешь, форма хвоста, угу, прям они... Начинаешь менять, там уже 2 раза в неделю, 3 раза менять, и у него хвост начинает увеличиваться, он растет. Угу. Ну, правильно, чистая вода, это, как говорится, ну, чистая среда всегда есть. Угу. Тем более, если у нас вода готовая уже. Блин, одни лайфхаки, одни, блин, классные штуки. Андрюш, да, что, подошла уже? Смотри, да. О, друзья, все, вот, видно. Вот так, тут у меня, кстати, тут эксперимент получился. Тут теплую воду заливал, ага, в прошлый раз, да? Ага. А вот сюда ледяную воду залил. Смотри, вот, но она все равно есть. Она еще просто тут... не дошла. А, тут форма одинаковая.
Тут... Я имею в виду, что она еще дойдет, видимо, часа через три. Ну, сейчас она опустит. Не, ну, может здесь дошла, а там еще может быть. А я рассказывал рецепт? Ну, две ложки. Говорил, да? Да, говорил. А, ну все тогда это. И, кстати, по поводу много раз брал 40%, и получилось так, что из 40% у меня получилось 95 выход. Это как так? Вот, чисто. Мы все отлично понимаем, что, как говорится, Артемий не для нас природа создавала, что раз ложка побежала, вывела на все. Артемий создавала природу. И законы природы мы никуда не денем. Если ей положено перезимовать, она должна перезимовать. И вот, а мы как, мы взяли, с морозильника кинули и все. И хреновое, да. И сразу лето. И сразу выбросили ее. И сразу, да, сделали прикол. Не выбрасывайте, короче, да. Какой способ? Простой, логичный. 2 недели в морозилке. А у меня вообще надо в морозилке. Можно морозилку постоянно держать, да. Но потом на 3-4 дня вытаскиваешь ее оттуда и в комнатную температуру. Просто тупо в квартире. При 22, при 24. У меня получилось, я 40% взял и что-то перевозил ее и забыл ее. Просто тупо забыл в комнате. И она у меня 4 дня на подоконнике постояла. Ну, я думаю, все хана. Там 40% выходил, там вообще мусор был один. И когда я ставлю все, значит, ну обязательно с перекиси ставил с перекиси, и у меня там 95 вышло. Я думаю, вот он. И так и делаю сейчас. Но когда ты ее с комнаты обратно в морозилку, все, вывода уже не будет. Она проснулась. Вывод идет, но он постепенно падает. Его вот надо тебе, например, там, как, ну, полкило, да? Прогрел ее в комнатной температуре, ну, в холодильник, там, на овоща, туда, как говорится, полочку для овощей, положил, все, и потихонечку я так и делал, потихонечку она у меня... Ну, это... не знаю, я, может быть, с тобой соглашусь насчет того, что, ну, она, как бы, имеет, сразу не выходит, например, сразу выловленная, да, такое может быть, но я много раз, как бы, ее там вытаскивал из холодильника, обратно в морозилку, у меня прямо она в морозилке. Было там, так, я тоже, короче, но... Короче, она выходит, проэкспериментировал. И потом скажешь, правильно или неправильно. Нет, дело в том, что когда морозилку туда-сюда гоняешь... Согласен, природу не обманешь. С этим я согласен. Да, если ее только поймали, и вы ее как бы, ну раз, и она у вас не вышла, ну, наверное, да, имеет смысл, как ты говоришь, это правильно говоришь, оставить ее, поморозить там ее пару недель. Да, там, ну, наверное, да, друзья. Но природа же-то защищает, да, чтобы, да, как говорится, возможно. Раз она же просто получается как, у нас же зимой там оттепели есть, да? И если она же должна популяцию сохранять, правильно? И тут она вся, вот, значит, в декабре солнышко пригрело один день, ну, вода вышло, потеплела, а да. Потом вышло, да, вот она вот периодически так волну идет, но это не массовое. А когда ты, например, 3-4 дня в комнатной температуре продержал по 22, и тут у нас уже получается весна. Кстати, есть еще интересная тема. Берешь баночку, 2 чайные ложки сода соли, значит, и воду, и активку. И ставишь, например, в холодильник. Не в морозилку, в холодильник. Во-первых, увеличивается выход, и во-вторых, выводит она быстрее на один день. Она уже стоит здесь, не а надо. А долго она стоит перед инкубатором? Ну, я могу сутки 2 так вот делать. А, то есть прям они там 2 суток она стоит в воде, а потом в инкубатор, да? Да. Кстати, на днях тоже получилось так интересно. Вариант, вот, друзья, тоже пробовать. Я недавно так вышло, получилось, что зарядил инкубатор. Вот буквально где-то 4 недели назад. Зарядил инкубатор, все, положил соль, все, перекись залил туда, все. Ага. И забыл включить. На утро прихожу. Блин, она меня. Ну, включил. Блин, она вывелась вся. Даже больше и чистая. Вот как вариант. Но обязательно там же перекись, там же кислород идет. Она распадает. Поэтому можно и так. Есть несколько интересных гупешек, которые у нас еще не... Вот они, желтые тукседы. Новиночка. Новиночка? Новиночка, да, желтые тукседы. Так.
Это сейчас у нас... их как бы, ну... Они вон они размножаются, у них вон они поймальки. Малька берешь там, да, и дальше с ними начинаешь уже так, работать. Это у нас черноголовка коврова. Ничего себе самка. А то самец посмотри. Ага. Ух ты, елки-палки. Потом будет говорить, что он всех самцов одинаково делал. Перекинул? Ты сачком перенес. Ага. Ты посмотри, самцы. Ага. Самочки. А это как порода? Это черноголовка ковровая. Черноголовка. Черновка ковровая красная, а есть черноголовка филигрань красная. Это уже моя работа, да, это я выбираю. Ну вот, чем вообще отличается работа селекционера? Когда ты добавляешь, как говорится, то, что тебе нравится, добавляешь. И размер-то такой. Самка просто, я не знаю. Лошадь. Ну, обрати внимание, круто. Самки у меня тут все крупные. Да, да. Самки крупные. Это опять же артемия. Угу. Артемия, фарш и сухой сушняк. Угу, угу. Фарш обыкновенный. А, кстати, фарш обыкновенный. Сандар. Ну, тут еще один нюанс. Я куркуму добавляю. Кого добавляю? Куркуму добавляю. Куркуму? Да. Это же антибиотик. А ты рецепт фарша у тебя? Простой фарш. Простой? Да. У меня здесь мидия, так, креветки. Ну, бывает там балуюсь грудку куриную, ага, кидаю, или там какой-нибудь ментай или что-то вон туда. По пропорции. Все это через, ну, там по пропорции сделаешь, как говорится, так, чтобы равномерно. Морковки туда. Ага. Морковки туда. Вареные, нет, или такой? Нет, сырые. Сырые? Да, потом маночки туда за это, маночки добавляю, паприки туда на где-то чайные, паприки добавляю, чайные ложки, на килограмм где-то чайную, две чайные ложки и куркумы. И появляется желтый цвет, желто-горячий, ага, цвет. А сколько чего? Ну, куркумы тоже чайная ложка на килограмм. Рецепт так вот это. Ну вот, он простой, вот все. Простой. Ну, да, то есть три части, вот, значит, мидия, креветка, да, и мясо, да? Да, да, да. Куриное. Ну, так, подожди, можно куриную, но знаешь как? Ну, а давай выкинем. Можно куриную, скорее всего, ментай, да. Сейчас на курином кормлю, на курином кормлю фарше, да, ну... Нормально едят все, но все-таки, скорее всего, рыбное будет ближе, чем куриное. То есть берем мясо минтай, мясо креветок, мясо мидии, морковка. Морковка, а сколько морков? Ну вот три части этих берем, например. Смотри, ты для какой рыбы хочешь? Для меченосца? Меченосец, гуппи. Ну гупеха, она же и растительноядная. Ну. Она же растительноядная, поэтому тут надо и белка сохранить. У меня и малек, и взрослый. Ага. Ну, я визуально стараюсь так, чтобы, ну, я туда, как говорится, морковки добавляю, бывает перца добавляю, ага, правильно, и манки добавляю. У меня получается где-то пропорции, каждая может быть... Каждая в единичку, да? Да, да, да. Так, вот, то есть морковки там не одна морковка, а вот сколько вот мидии, столько и морковки. Ну да, примерно, да, так же, в такой же пропорции. Ага. А манки тогда? Манки чуть меньше. Ну, потому что у нас белка. Ну, я же все-таки кормлю малька им. Ага. Иначе будет тогда уже и белка у нас меньше, правильно? Угу. А тут надо. Тут дело в том, что самцы в гупе переедают и потом загибаются. И тут, угу, надо фаршем кормить один раз в день. Угу. Часто его, во-первых, воду мутят. Угу. Я там не агар-агар не добавляю. А куркумы сколько? Чайную ложку на килограмм. Сколько? Чайную ложку на килограмм. Ложку на килограмм, да? Мы, уже готового фарша. Да, мы общались, вот я познакомился, вот Велифер брал его, у нас Карен Велифер разводит. Он мне поделился своим рецептом. Интересный тоже дядька. Занимается конкретно велиферами. Вот чисто вот это вот держит, разводит. Вон его фотография. Вон его рыба. Ну вот эти велиферы, да, которые, да, 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 друзья, мы видели уже. Вот. И вот он мне поделился, говорит, для того, чтобы они не жирели, я, говорит, туда добавляю, говорит, перца, острого перца. Я говорю, как? Ну, говорит, на килограммов 4-5, говорит, там полстручка, так что нужно, говорит, на вкус пробовать, чтобы чуть нет. И, говорит, у меня самки все размножаются, все, говорит, не жиреют, ничего. Угу. Кстати, по поводу... А что перец делает тогда в этом? Не знаю, но видно, как сказать, что-то или выжигает, или что-то там. Угу. Ну, видишь, у него такой рецепт. Но у него рыба, вон она его рыба, рыба, ну, классная. Мы, да, видели вон этих вот товарищей. Прокорм Коппинс. А, вот это можно, да, да. Кстати, одно время пошло у нас мода на Коппинс, на корм. Ну. Вот. И я увлекся им. Увлекся тоже, там собирал там и несколько сортов туда. И самое просто обратил внимание, для карпа кои, да, вот там тоже есть сетка для карпа, ну, гупи и карпа кои, почти там где-то рядом они почти. И начал применять, применять, кормить.
Потом смотрю, что-то мои 8 месяцев мои самцы такие загибаются. Угу. Думаю, что там это. Вскрываю его, а там прям как лещ. Или толстолобик. Весь в жиру. Они не работают. Угу. Он корм копинс. Жирный, короче. Он жирный, да. Угу. Я добавляю его для. Он подъем, малька дает подъем бешеный. Но им надо аккуратно, очень аккуратно, не увлекаться. Потому что рыба жиреет. Но это же промысловый корм, правильно же так? Не для декоративки. Форель, там, осетра выращивают, все. Осетровый корм должен быть белковый, больше белка. Вот, ну, там жира вообще. А там какие корма еще применяются для приготовления? А то, не знаю, что-то. У меня претензии тоже копинцы. Мальчишки, да. 8-9 месяцев загибаются, все. Они быстро растут, да, все. Ну, конечно, корпуса у них, хвосты не такие корпуса, как палки становятся. Угу. Есть какие-то нюансы. Его можно применять, но с умом. Угу. Но уже у нас... Гуписты уже это уже, как говорится, все уже прошли, уже те, кто этим занимается, все уже это поняли. Угу. Вот. Но все-таки как основной корм для гуппи, так вот, ну а. Разнообразие больше никак. Разнообразие. Артемий это 100%. Ну без, вот я без Артемии, в аквариум без... себе купил красивую гуппи, например, там, я не угу. знаю, где там. На рынке там. Ну, если разводить, да. то надо, во-первых, Артемию обязательно. Угу. Выводить на уполи, потому что поднять малька можно там на яичных желтках, там можно что-то там, это как тетра, вот это тетра, мин, все. У меня был эксперимент. Значит, в одном аквариуме был я тетровских корма, не вот этот, который для малька. Для малька это вообще отдельная тема, лучше про это нет. Ну, это не тот корм для рыбы. Угу. Вот. Шикарный корм Малофорус. Угу. Потрясающий. Да, да. У нас Евгений Белов там такую рыбу потрясающую выращивает угу. на Малофорусе. Угу. Шикарный корм Гриндаль. Тоже отличный корм. Вот он дешевый, 3 копейки стоит, угу. сам сделал. Вот. Для вообще небольших хозяйств вообще. Вообще там два кветика. Там ведрами прямо я бы показал сейчас, как Гриндаль развожу, но под Новый год я мушку поймал. Угу. Вот это у меня бич какой-то. Я мушку ловлю и потом все заново начинаю. Ну, угу. как-то это. С Аллофорусом я не договорился. Угу. Он может договориться. С супругом, да, может быть, да. Вот, спасибо тебе. Спасибо тебе, что привез сейчас это. Этого дофига у нас. Так. Попробуем. Ну просто. На Аллофорус тоже тот же, как говорится, трубочник. Кстати, у меня самы разводятся без труболя на артюхе. Угу. Даешь артюхе волю, и они у меня плодят. Ну, сейчас скажут, ага, а ты, вот они, выводные. Вон, парик там ползет. Кстати, можно. Амечек, друзья, красный маленький, аж прям... светится, уплыл туда. И, кстати, это без всяких там карафилов, все дела, тут все натуралка. Паприку добавляешь, рыба ярче становится. С паприки, да? Да, однозначно, ярче. Перец, паприка. Я когда добавил туда куркумы, мне что интересно. Паприка это... Ну, вот этот перец сладкий. Желтый, красный, да? Красный даже. Как болгарский он называется. Да. Куркума, вот на московских драконах, угу. куркума, значит, я обратил внимание, у него черный цвет есть, да, черный цвет, угу. и желтый. Вот черный стал бархатистый, угу. а желтый такой вот как-то оранжево-желтый. Угу. Вот ну, это типа карафил есть, а второй там есть краситель. Другой, как, да, как есть желтый-то. Краситель. Есть называется. Эти все красители, все вот это, как все в них есть. Кстати, у нас желтый-оранжевый краситель есть же вот бархатца. Угу. Есть в бархатцах, но там он как усваивается, но он же копеечный этот бархатцах. Можно пробовать, смотреть. Ну, получится в этом, как говорится, летом попробую, как угу. это работает. Но в 80-х годах выписывал журнал «Птицеводство», промышленный журнал, угу. и там была конкретная статья о применении вот этих экстрата цветов бархатцев угу. в курином птицеводстве. Как угу. сделать в промышленном масштабе, чтобы ее желток был оранжевый. Угу. И цвет там мясо добавляет более насыщенный. Они обыкновенные бархатцы добавляют. А ты знаешь, где его найти, этот бархатец? Бархатец – летом... это цветы. Не, подожди. Каждая женщина выращивает там. Я пытаюсь тебе, так сказать, экспедицию организовать летом, где-то есть день в Подмосковье, съездить на один день, показать людям, где этот бархатец, как он выглядит. И потом, сушить, молоть, в корм добавлять. Насушить, да, и потом поэкспериментировать у нас здесь. Тот же каротиноид. Там у нас же розовый карафил, а тут немножко другое.
он как-то по-другому. Там... Он желтый, вот по-другому как-то называется. Да, 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 да. И там один есть для птицеводства, один для этого. Ага. Но вот получается, смотри, если вот куркуму применял, он же антибиотик тот же, да? Рыба его просто идет прям. Сейчас фарш с этим делом, рыба его идет как сумасшедшая. Угу. На паузу можешь? Да, конечно. Давай сейчас покажем. А что на паузу-то тогда? Да не, я просто. Давай покажем просто и все. Холодильник. Друзья, ну холодильничек, все как полагается. Так. Это вот фаршик так выглядит. Друзья, вот, смотрите, фарш. Какого он цвета. Конечно, его лучше разморозить, он на дно падает, ага, лучше. Ага. Так, ну вот. Ну мы сейчас как бы тут не готовились. Естественно. А он падает, смотри, на дно. Все. Батарейка? Батарейка, да. Ну, слушай, я бы не сказал, что он прям сильно пылит. Ну, пылит, пылит прям немножко. Пыль. Вот мы когда тут, он немножко разморожен, да? Кашкой кормим, так вот та пылит, да пылит. Ого. Чем? Кашей. А. Блин, ну у них уже кончилось, они уже добили его. Ну, эти, да. Эти прям моментом они их... Хакнули его. Кстати, вот у меченоса буквально день. Он попробовал, да? На второй день он на него несется прям. Значит, сачок. Здесь у меня сразу слив. Ага. Слив. Работает. Ты его ложишь, чтобы он не улетел, да? Все, берем, снимаем с компрессора. Этой же трубочкой. Этой понимаю, трубкой, да? Же, которая продувается, и пошли собирать. Ага. И вот он до дна. Вижу, вижу, вижу. Немножко раскачиваешь. Там чуть-чуть бывает осадок, поэтому... Угу. Осадок, поэтому... Все, и даем тут рыбулькам. Сейчас мы его промоем. Ну вот, смотри, Андрей. Давай. Вот давай. У меня с двух чайных ложек. Угу. Нормально. Две чайные ложки, да? Да. Нормально. Сухого имеется в виду. Да, да, да. Угу. Промываем. А ты еще промываешь, да, его? Ну, обязательно. У меня в коридоры, они сразу крякнутся. Ну, молодежь мои крякается не, сразу. Мои что-то не крякаются. А? Мои не крякаются. Моим не нравится. Да? Ну, они какие-то московские, капризные. А, еще и водичка разбавила. Ну, да? Так оно давать-то удобнее. Ага. Пошел. Раз. Тут у меня малек. Опа. И пошел малышам давать. Ты только малышам, да, получается? Ну, не, я всем. Мне вот этого, как говорится, хватает всем дать. Тут же его тоже опасно переборщить. Сразу вода мутнеет. Ну да, то, что они съели, будет. Так. То есть ты уже знаешь примерно сколько на глаз, ну, да? Да, они же наедаются сразу. Жалюзи, конечно, классная штука, друзья. Друзья, еще одна штука у Олега, еще одни гупики. Ну и... это новинка, это вот буквально, да. Ее нигде не показывал, только вот недавно сделали мы ее. Значит, то есть сами ее сделали, ну, у нас, да? Магия гупи. Ага. Магия гупи, значит, у нас магия гупи сейчас, это у нас Ольга Гец. Но у нас Ольга Гец немножко, как сказать, уже перешла на тренерскую работу, можно так сказать. Ага. Она сейчас занимается, как она называется, ну, по лошадям. Угу. По Карачаево-Черкесской породе. Угу. И вот он сейчас в Карачаево-Черкесе проводит там бонтировку. Там, ну, человек уезжает на несколько месяцев, там занимается. Немножко от акваримистики отошла, просто не успевает. Угу. И, значит, у меня еще есть еще один коллега, Роман Николаевич Сергеенко, значит, новый человек, угу. Увлекся гупями, увлекся, и сейчас вот совместно, он говорит, попросил, говорит, давай мне подскажи, помоги, угу. И я, значит, вот совместно сделали новую породу линию, новую, ну, это не породу, новую цветовую линию, это у нас
Галактика еще по цвету хвоста еще не определился. Короче, друзья, это организованная преступная группировка гупеводцев или мафия, если хотите. Но это классно, да? А вообще ворота, двери, так сказать, закрыты в вашу. Ну тут нюанс. Дело в том, что когда я несколько лет назад пробовал создавать клуб, наш российский клуб. Ну, как обычно, сейчас не знаю, раньше как-то мы, видать, попроще были, что ли, но люди в клубах состояли. А сейчас нас собралось тогда где-то 8-10 человек, и как-то вот это все не склеилось. Я не буду сейчас именно называть это, но не склеилось. Как-то вот вроде пошло неплохо, все. Мы продолжаем сейчас общаться, но в формате там онлайн, позвонили, попереписали. Но как-то вот в клубе как-то это вот что-то не срослось. Давай посмотрим. Ага. Да, давайте. Великолепных как бы товарищей, которые у тебя здесь есть. Друзья, пододвигаю камеру специально, чтобы мы с вами увидели эту всю красоту. Это молодежь. Ага. Хвосты еще набирают. Ну тут... Так, назовем еще породу, да? Ну, породу я еще не определил ее. Ну, подожди. Ну, Galaxy, она идет как Galaxy. Так. Как Galaxy. Но тут самцы были медузы, или как-то они их называют. Мне не понравился у медузы, у него хвост рваный. Здесь я хвост сделал, как сказать, лейсовский хвост добавил. Значит, на корпус тигра, да, добавил редлейсовский хвост. Вот получились, значит, такие корпус Galaxy, хвост редлейса. Кому их там отнести, сейчас пока еще будем определяться. Ну, это уже хорошо, что человек уже совместно сделал уже свою линию, вырастил, поднял, и уже, как говорится, в нашем сообществе прибыло. Сейчас он еще работает еще с одной линией новой. Он сегодня постеснялся прийти. Да? Ну. Какой стеснительный глупый вот. Тоже у меня ОПГ, блин. ОПГ. Ну, гупи они затягивают. Они как наркотик, как наркотик. Вообще, возьмешь одну, такая. Потом хочется другую, третью, четвертую. Да. Вот почему и получилось как бы скомпоновать. На самом деле тут очень интересный опыт. 11 линий в таком маленьком... Друзья, ну вопрос такой, значит, я все вот эти кресты, которые говорил, да, в этом учебнике, там же что-то для поддержания одной линии или выведения одной линии, я уже не помню, нужно 15 или 18 аквариумов. Нет, 5 аквариумов минимум для одной линии нужно. А, вот так вот, да? 5 аквариумов для одной линии, чтобы сделать, там, сохранять, это там воростники для подращивания, для этого. А здесь мы видим, как бы, ну, их немного, да, аквариумов. А кто запрещает? Да, обязательно в один напишут. Аквариум, в один аквариум небольшой, запихать туда 5 видов самцов. Никто не запрещает. Ага, так. А там уже просто дело в том, когда ты каждый день, ты ее чуть ли не каждую девочку знаешь по имени, в лицо, каждую мальчишку знаешь в лицо, каждую точку. Ага. И ты уже видишь, что, кто, к какой породе относится. Ага. Конечно, например, вот у меня там филиграни, там это, как я самок в отдельный аквариум не скидываю. Там я уже стараюсь отдельно. Если, например, тукседа, там, например, с желтой филигранью, там, я уже стараюсь как-то, чтобы по цветам было можно бы отличить. Близкие линии я весь в кучу не сливаю. Но, в принципе, мне вот этой стойки достаточно. И достаточно для того, чтобы сделать еще, там, например, в течение года еще что-то новое. И, кстати, вот говорят, там, долго ли делать. А дело в том, что когда ты делаешь новую линию, надо смотреть. Не надо идти там через лес, через овраги. Подбирайте самок близких. Близких к этой линии. По цветовым доминантам, по генетике. Чтобы, чтобы, как говорится, не пришлось идти... А, кстати, по поводу самок. Когда делаешь породу, когда делаешь новую линию породу, залог успеха – чистокровная самка. Сейчас объясню, почему. Самцы бывают гетерозиготные. Ну вот я вот с садовода, блин, брал или это где-нибудь. Гетерозиготные, но в смысле не, как говорится, не чистокровные. Но когда у тебя самка чистокровная, в первом поколении она вытягивает на себя. Молодежь, разброса бешеного нету. Молодежь максимально, ну где-то ну, процентов 50-60 процентов, вот как я заметил, 50-60 процентов, если я еще правильно подобрал, как говорится, это, чтобы линия похожая была, 50-60 процентов они почти одинаковые. И вот смотрите, есть тут нюанс, работаешь с крестом или работаешь, например, с одним самцом. Когда ты работаешь с одним самцом, делаешь породу этого самца, подбираешь самку близкую с хорошим развалом к нему, крестишь, получаешь дочку, дочерей получаешь.
этих, которые с креста убираешь, убираешь оттуда, мальчишка один плавает. Туда подсаживаешь уже подрощенных, там с кюветика выращиваешь это, девчонок уже такие где-то недели три туда подсаживаешь. И он один в аквариум плавает с этими девчонками. Папа. Папа, F1. Угу. Опять крестишь, опять выбираешь, смотришь по узору хвоста, близко на к отцу. Угу. Смотришь по верхнему плавнику, по всяким пятнам, все, подбираешь самочек близких, их видно. Угу. Вот, это папу на дочку сажаешь. Угу. Все, значит, он с ними плавает, пока он растет, пока они растут, парень не работает. Когда самец работает, он быстрее, как говорится, снашивается, он стареет быстрее. А когда тех девчонок убираешь, он плавает, подрастает, он их, как говорится, снова крест F1 получается, сажаешь потом уже от дочерей опять. Почему и самец отдельно сидит? Ему надо дожить до внучки. Вот залог успеха, когда вот у меня сделалась синеголовая филигрань, у меня там на магии гупи есть, желтая кобра, так же сделано. Это когда ты уже доходишь до внучки, там, например, в F3, да? Вот когда до внучки доходишь, вот тогда мы собрать должны все гены, все аллели, все в кучу собрать этого самца, как говорится, в детях. Вот обратно-обратно крест. И, как говорится, близкородственно, там, когда ты применяешь 3-4 самки, все равно, вот имбридинга такого прям сильного не получается. Потому что, когда ты пускаешь для первого креста 3 самки и оттуда выбираешь, все равно залог успеха, все-таки, когда у тебя больше самок. Но самец работает с двумя, хорошо, с тремя, один самец работает, да. Но я всегда обычно держу запасного. Потому что бывает, ну и пустой, бывает обжигаешься, бывает и пустой. Вот недавно сейчас линия слетела, мальчишки не работало, все. Красивый самец, все, а самки пустые, не отработал. Время не потерять, да? Да, поэтому держишь парочку запасных и потом начинаешь, как говорится, если нет, так с этими работать. Вот. А когда крестишь брата на сестру, когда брат, особенно если брат, например, гетерозиготный, да, вот родители были гетерозиготные, и брата на сестру, и у тебя сразу такой пух, фейерверк, и там кого только нету. Гетерозиготный это? Это значит, гомозигота, это чистокровные, подо все гены, а гетерозиготный это, ну, грубо говоря, не чистокровная линия. Грязнокровка. Не грязнокровка, нам просто там, полукровка. Там много генов сидит, и они, не сказать, гомозиготные, они доминантные, и все, передаются все. По наследству. Все, а тут понял. Уже как гетерозигот, это уже, как говорится, это. Все рецессивы все, да? Да. Ну, я там тоже, как говорится. Надеюсь, вы что-то поняли, друзья. Ну, честно говоря, я постарался поделиться всем, чем знаю. Ну, немножко, конечно, не все рассказал до следующего раза, потом еще что-то больше расскажу. О, это классно, друзья. Смотрите, вот. У нас мостик такой перекидывается к еще одной встрече. Да, мы не последний раз встречаемся. У тебя же, по-моему, еще где-то ты там делаешь какую-то. Еще сейчас готовится еще одна разводня делается. Вот. Так, и там уже учитываются все эти недостатки, все, как говорится, значит, нюансы, пока где здесь ошибки сделал. Там уже делают более, как говорится, более. И тут, как, тут уже меченосцы просят. Просят увеличение. Меченосцы красивые. Ну, на самом деле, меченосцы тоже шикарная рыба. Значит, Тера-130, Александр Черников, он альфу, значит, он в Украине живет, и у него, значит, клуб у них на Фейсбуке, клуб, значит, аквариумистика, живородки, так, значит, Александр Черников. Хороший, классный специалист по меченосцам. Кстати, дядька очень такой грамотный, и если надо, где-то подправит и подскажет, как что. Вот. Значит, у нас по меченосцам у нас Елена в Питере. У нас у нее, значит, так, у нас Елена в Питере. И в Чебоксарах у нас Иван. Он брокколи разводит, и там, значит, вот с кем. А, кстати, сейчас маленькую рекламу я сделаю. Когда собирал меченосцев, по садоводу долго ходил и смотрел, где здоровые меченосцы, хорошие, качественные, московская рыба. Значит, есть Андрей, там, кажется, 22-й павильон. Есть Андрей. Вот у Андрея, у меня где-то есть ссылочка и видео, номер. Ссылки там будет его, это.
Вот у него рыба от наших московских разводчиков, и можно попросить, и он, как говорится, и привезет какой. Я часто к нему обращался, угу. Он привозил мне здоровое. Самое классное то, что рыба у него здоровая. Как его зовут? Андрей? Я его знаю как Андрея. Так, павильон... Ну, Андрюха, ты мне 20% должен, ничего не знаю. Ну, на самом деле, когда ты бегаешь и в одном месте обжегся, в другом месте обжегся, когда ты познакомился с нормальным человеком, это не реклама, это вот если ты хочешь... Ладно, короче, 10. Это захочешь, 10. Ты меченосцев завести, можешь подъехать, скажешь, у тебя, вот он, ну там на самом деле у него и там стоит, там видно рыбу, он торгует только мечами. Кстати, он еще со старой птичкой. Ну, старая птичка, я один раз ее только застал. Ну, уже ладно, все. Вот такие как-то как бы дела. Друзья, ну чего, значит, подписывайтесь на канал Магия Гуппи Олега, он в описании ролика. Значит, подписывайтесь на канал Русские Аквариумы, поставьте лайк, прокомментируйте, это поможет продвижению этого ролика, значит, в самом Ютубе. Ну и, Олег, тебе спасибо огромное за то, что поделился всякой разной с нами информацией. Да чем нас больше будет, тем мы будем сильнее. Да. Это вот тебе вот так вот, такой вот штука. Значит, и еще, а если я у тебя, ну, что-нибудь когда-нибудь приобрету? Не, мы по-другому сделаем. Не если бы, а сейчас ты вот пальцем какой покажешь, такую завернем. Я в рай попал. Все, пока-пока-пока, я пошел там выгребать рыбок. Вот уже после того, как я приехал обратно на разводню, всю дорогу ехал, думал как бы вот об этой вот разводинке, да, о селекции гуппи, о тех людях, которые этим занимаются, да. И, ну, я не знаю, даже это клуб можно отнести к функциям клуба, как бы, или не клуба. Но вообще, я просто стал думать, а как можно вот, ну, развивать такое, да? Ведь нам азиаты предлагают новые породы, там, гуппи золотых, прям, ну, с такой регулярностью, что, ну, я не знаю, прям очень быстро думаешь, как же они там это все успевают. А вот как раз вот на таких людях, как Олег, это все держится, понимаете? Но только там на коммерческие рельсы это поставлено, а здесь у нас никак не поставлено. Вот и у меня как бы, ну, такая мысль, как это можно у нас здесь на какие-то коммерческие рельсы поставить. Понятно, что таким людям, как Олег, ну, в принципе, чтобы если делать какую-то породу на заказ, да, ну, нужны какие-то финансы. Ну, например, я сейчас так вот абстрактно, например, пермская разводня, да, которая делает там очень много-много гуппи, например, да. Ну вот, она же может какие-то задачи, например, ставить и финансировать, ну, таких вот людей, как Олег. Ну, не обязательно Олега там, ну, как кого-то, да, именно селекционеров. То есть, какую-то задачу ему ставит, и мы хотим там такую-то гуппи, чтобы хвост был вот такой, такого-то цвета, глаза такие там, ну и так далее там. То есть какую-то задачу ставят, например, Олег ее как бы делает, да, а ему как бы, ну, на это делание как бы пермская разводня платит каких-то денег. Ну, то есть, грубо говоря, а потом же это же самая пермская разводня эту как бы рыбку выставит на продажу как новинку, понимаете, да? То есть у нас вот порода новая, и цена на нее, конечно, будет чуть-чуть выше, чем там на обычных, то есть, да, то есть она заработает больше денежек, и часть этих денежек она могла бы как бы, ну, финансировать вот таких вот разводчиков, как, например, Олег. Я не знаю, возможно, как бы это, как сказать, ну, например, пермская разводня будет интересна, она скажет, да нафиг надо, мы тут посчитали, нам это невыгодно, нам проще купить там, я не знаю, 300 самок там в Азии, из них там первый помет получить, продать тут как породу, и все, как бы на этом закончили. Но это, например, мог бы делать клуб. Я пока не могу придумать, как это сделать, да, ну, то есть, каким-то образом вот эти вот финансы распределять между, ну, вот такой вот работой, понимаете, не просто так, что так вот, так сказать, ради только встречи, а ради благого дела какой-то вот такой цели великой, да, там, создание новой породы, поддержание таких вот специалистов, ну, и так далее, и тому подобное. Не знаю, если у вас какие-то мысли на этот счет есть, вы их, конечно же, скидывайте, потому что, ну, я это все в свою там записную книжечку, так сказать, коплю, и вот в ближайшее время мы откроем все-таки этот клуб, и ну, хотелось бы, чтобы, так сказать, было больше мотивов собираться в этом клубе. Друзья, я надеюсь, вы получили такое же эстетическое удовольствие, как и я, вот именно такое
детское-придетское, что обязательно поставите под этим роликом лайк, подпишитесь на канал Олега. Ну и я вас всех люблю. Пока.